Здравствуйте, уважаемые студенты и преподаватели Института культуры. Сектор литературы по дизайну предлагает вашему вниманию новую выставку, посвященную двум крупным юбилейным датам. 110-летию Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина и столетию со дня рождения его выдающегося директора Ирины Александровны Антоновой. Наша выставка знакомит читателей с историей, коллекциями и выставками Музея изобразительных искусств имени Пушкина. Он был задуман и основан профессором Московского университета, доктором римской словесности и историком искусства Иваном Владимировичем Цветаевым. На выставке можно увидеть издание об этой замечательной личности, об истории создания музея на Волхонке, а также рассмотреть исторические фотографии открытия Московского музея 31 мая 1912 года. Мы показываем на выставке много иллюстрированных альбомов, в которых представлены самые известные шедевры Музея изобразительных искусств из коллекций западноевропейской живописи, скульптуры и декоративно-прикладного искусства. Многим будет интересно также узнать о знаменитых выставках, которые проводил музей. Например, в 1955 году там были показаны спасенные в годы Второй мировой войны шедевры Дрезденской картинной галереи. В 1974 году в музее экспонировалась Джоконда Леонардо да Винчи. Настоящими событиями в культурной жизни нашей страны стали масштабные экспозиции «Москва-Париж», «Москва-Берлин», выставки Пикассо, Шагала и других выдающихся мастеров современности. Легендарным стал фестиваль «Декабрьские вечера» Святослава Рихтера, проводимый в стенах музея с 1981 года. Такая насыщенная деятельность Музея изобразительных искусств неотделима от личности Ирины Александровны Антоновой, отдавшей ему 75 лет своей жизни. С 1961 по 2013 годы она была директором, а затем президентом музея и стала его настоящим символом. В годы ее руководства музей превратился в важнейший культурный центр страны и завоевал широкое международное признание. Он вошел в список 100 великих музеев мира и был внесен в государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации. Приглашаем всех на нашу выставку. Золотая эпоха Музея изобразительных искусств имени Пушкина – это яркая и незабываемая страница нашей истории.